Сент-Луиса. Это вот так называемый Forest Park в Сент-Луисе. Вот люди тут в гольф играют. На ту сторону в тенек перейти. Это такой достаточно большой парк в Сент-Луисе. Вот тут есть всякие зоопарки, музеи и так далее. Что примечательно, это все дело бесплатно. Даже парковка, в общем-то, бесплатна. Есть внутри, если есть какие-то аттракционы или специальные выставки, то тогда надо будет заплатить. Обычно есть один билет, включающий все. Недорого, как бы, я не помню. Ну, в пределах 10-15 долларов там с человека. Вот. Наслаждайтесь. Из того, что вы увидите в Сент-Луисе, ну, по крайней мере, пока что мы еще не уезжаем. Вот из того, что мы видели до сегодняшнего момента. Кадры с такого гетто, можно сказать, через который мы ехали сюда, в этот парк. Очень такое состояние, очень печальное у города. В отличие, например, от Спрингфилда, столицы Иллинойса. Сент-Луис, кстати, не является столицей Миссури. Город Джефферсон является столицей, который находится в глубине, и очень небольшой городок. Так же, как Чикаго не является столицей Иллинойса. Вот. Сейчас я вот... Семья меня уже ждет, а я иду сейчас вот в это здание. Это музей искусств Сент-Луиса. И там нам обещают выставку Пола Гогена. Так что посмотрим его поздний период, если кого-то интересует. Вот. Вообще, в планах еще подняться на знаменитую арку Гетвей, которая получится, не получится, неизвестно еще. Народу оказалось очень много в эти дни. У них фестиваль тут. Так что, ну, попробуем прорваться. Если чего, будут вам кадры оттуда. Если нет, то будут вам кадры с подножья. Какой-то... Это Луис, наверное, сам. Вот музей. Всем пока, пока что.
Thank you.